Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Видите, вот эти цветы все пойдут на выброс. Вот, они уже свое, их никто не купил, их утилизируют. Вот они здесь все стояли, их все утилизируют. Они никому не надо больше. А тут свеженькие получили, поставили. А я сейчас смотрю, мне надо купить... я же вам хотела рассказать, что мне надо. Значит, что мне надо? Мне надо, приедет ко мне Настюша на выходные. Вчера она звонила, говорит, давай мы с тобой сделаем оливье. И давай мы с тобой сделаем... давай мы с тобой сделаем звездочки. Вот. Звездочки вот такие вот. Вот видите, 2,29 килограмм теста. Вот я возьму это килограмм теста. Вот, раньше оно стоило евро. Теперь 2,29. Представляете, как цены подорожали. Вот. Ну ничего. Тут их много, поэтому я же все не буду сразу делать. Сделаем мы с ней половину. А потом остальную половину положу. В этот самый. Дальше, смотрите. Вот. Это сливовый. А это яблочный. Это яблочный. Это сливовый. Две штуки. 2 евро. Возьму один тот, один тот. Срок годности очень хороший. Значит, можно взять один тот, один тот. Так, тут надо приложить, потому что я только что была там МЧМДМ Хоме и разбила две свечки. Положила их сюда, вот на пальто. Вот. А оно балуневое, они соскользнули и разбились. Ну, никто меня ничего не ругал. Наоборот, продавщица подбежала. Ой-ой. Ты не поранилась? Я говорю, нет, извини, что так получилось. Она, ничего. Ну, что я с ролатором думаю? Бабка какая-то никчемная. Вот. У нас, если ты не вышел с магазина и что-то разбил, ты за это платить не будешь. У нас так. Вот. А что тут мне вроде как пельменей хочется, а вроде как и не хочется. А, что мне надо купить? Значит, мне надо купить зеленый горошек в банке. Дальше. Не буду я никаких пельменей покупать. Дальше, значит, зеленый горошек в баночке. Куплю. Майонез и сметанка у меня есть. А, и огурчики. Огурчики, маленькие огурчики. И колбаску. Колбаску такую куплю, знаете... как она, вам сказать, называется. У нас она называется лавантай. Лавантай – это суббота. Субботняя колбаска. Вот. Она такая по вкусу и по виду, как раньше была докторская наша. Хорошая колбаска, я ее люблю. Я раньше, когда за продуктами, когда работала, когда за продуктами не ходила, я ее все время покупала. Вот и район не очень, он больше копченые колбаски кушал. А я с удовольствием такое что-нибудь. Так, это мандаринки тут консервированные по евро, но они мне не надо. Мне нужен мой. Мне нужны огурчики. И мне нужны горошки. Так, горох. Горох. Где у нас горох? Вот у нас горох. Вот этот вот, видите? 75 центов стоит. Сюда я вложу. И какую-нибудь... Это вот эти вот... пич-пакеты, как их называют. 3 штуки на евро. Она-то моя их любит. Я нет. Я их не люблю. Она-то моя любит. Так, не знаю, есть тут такие огурчики, как мне надо? Я люблю такие огурчики, чтобы уже как бы
как бы уже порезанные были. Вот. Ну, какие тут можно взять? Не знаю. Ну, если даже и не возьму никаких здесь, только схожу до Лидла. Тогда в Лидле возьму эти, как они называются, коктейльные огурчики маленькие. Коктейльные возьму. Тут тоже вон есть коктейльные, но они дорогие, евро 99, а в Лидле они евро 49. Вот это неплохие, вот они колечками порезанные, но они сладковатые. Вот это вот Ко-маркет, копирка. Может быть, вот эти вот взять огурчики. Ну, так мне ж столько не надо, вы понимаете? Ай, не буду, я лучше схожу завтра до Лидла. А, вот есть маленький. Евро 39 пирка. О, вот это мне и хватит. Пирка. Видите, вот. Евро 39. Хотя, конечно, килограмм у них стоит 7 с чем-то. Но это не так важно. Я возьму. Мне вот этого достаточно. Огурчиков этих. На оливьешку. Так. Ну, теперь же, чтобы не наделать еще тут беды. Чтобы у меня тут надо было корзинку взять. А я что-то не взяла. Чтобы тут у меня ничего не посыпалось. И не... А колбаску. Теперь мы идем за колбаской. За лавантаевской колбаской. Вот такая уже нарезанная. Здесь у нас мука всякая. Вот тут эти пасты, макарошки. Макарошки по-нашему. По-итальянски паста. Турино. Итальянская. Дорогие, я вам скажу. А вот. Потому что в Италии намного дешевле. Намного дешевле. И намного вкуснее. Это, видно, делается по китайской... Ой, по китайской. По итальянской технологии. А вот я не знаю. Оно... Я же не думаю, что с Италии будут везти сюда. Конечно. Конечно, нет, извините. Вот. Поэтому вот мне нужна такая вот колбаска. Вот она. Лавантай. До 30.12. А вот возьмем до 4.1. До 4.1. Вот видите, она стоит 99 центов. Вот такие вот лавантай. 225 грамм. 440 килограмм. Вот она. 440 килограмм. Вот такая она. Хорошая она колбаска. Вкусненькая. А тут у нас полно всяких колбасок. Всяких разных. Мне не надо. У меня дома есть еще мортаделла. У меня есть итальянская колбаска. То, что Массимо мне привозил. У меня еще есть. Но она в оливьешку не пойдет, потому что она, знаете, как любительская наша была колбаска. Она с кусочками... с кусочками этого жирка. Я ее очень люблю. Она с кусочками жирка. Но порон паести, вот это вот, видите, это соленье. Вот. Я не люблю такой специфический. Вот это с лошади. Специфический. Вот, кюльмаса устету, это значит сыровялина. И это тоже кюльмаса устету. Вот Массимо у меня с Натой любят такое вот. А я не люблю такие колбаски. Эврон пай вот сегодня. Что это такая вот? Кемка ветчина, это значит, эти по евро. Так она была евро 49, а так она сегодня по евро. Ну, не надо мне это. Вот. Так, чтобы ничего не пораз... Это сама. Не поразбивать. Что тут у нас? Килограмм рыбки. 50 евро красно. Интересно, если маленькая есть, так можно взять. Только если маленькая есть. Потому что большую не надо. Что-то все такие большие. Все такие большие, больше килограмма. А я бы хотела маленькую. Вот такую вот посмотреть. Ой! Нет, она большая. Я уж
Я уже говорю, 1,6 кг. Не надо мне такой. На 1,6 кг. Ладно. Неважно. Сейчас вот попробуем, что там вкусненькое дают. Вот. Что тут у нас? Здесь у нас холодного копчения рыбка. Холодного копчения рыбка. До какого числа? Сейчас посмотрим. До 12-го. До 12-го. 12-го 2020 года. То есть почти год целый. Ну, тут тоже всякие рыбки такие. Что-то там более прикопчено, что-то менее прикопчено. Такие вкусные рыбки. Вот. Это какая-то морская рыбка белая. 7,99 килограмм. А творожок сейчас я возьму, покушаю. Мой. Китос. Видите, такой творожок. Я возьму себе покушать. Попробовать. И поеду дальше. Ой. Чтобы вот это вот свое, то, что наложила сюда. Вот видите, тут всякие скидочки. Мяско. Сисофиле, это внутреннее филе. Это внутреннее филе. Вот. Ой, яйца мне, кстати, надо. Да, хорошо, что я вспомнила. Опа, евре яйца. Поевре яйчики. Вот. Сейчас я поем за творожок. Вот. Вот. Балда я такая, не взяла себе корзинку. Ммм, такой творожок. Вкуснейший. Ммм. Нравится мне. Но покупать не буду, у меня есть творожок, всякое разное. А вот яйца мне надо. Так, давайте, наверное, я прервусь. На этом дело закончу. Вот Европайла пишу Флора по одной еврочке. Там что-то еще по одной еврочке. Прервусь, потому что мне неудобно и кушать, и еще надо яйца взять. Пока. Пока-пока. До новых встреч. С вами была я, Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Пока-пока.